Kentaro Adun, Executor. Your defense of Antioch has restored my faith in the Templar caste. I admit that Tassadar's desertion had shaken my faith. Indeed, Aldaris. I would hope that the Judicator would put more faith in their Templar brethren. Tassadar, where have you been? Be silent, Judicator. There is no time to waste, and I have much to tell you. As you know, the Zerg vanished after the fall of the Terran world of Tarsonis. And though the Conclave bid me return home, I was compelled to remain. A powerful psionic call drew my attention to a remote barren world named Char. Apparently the call was answered by others as well. For upon Char, I encountered those who were once our brethren. The Dark Templar. Consorting with the Fallen Ones is heresy! Enough! Hear me, Executor. For I have learned much from the Dark Templar prelate, Zeratul. The Overmind controls its minions through agents called Cerebrates. Strike down the Cerebrates, and the swarms will surely fall. Executor, Tassadar may be right. If you can keep the Zerg occupied, my force may be able to penetrate their perimeter and slay the abomination. I pray we can trust you, Tassadar. Already I can sense the taint of the Fallen One's influence on your mind. You must return to Ire at once. My concern is for the safety of Ire, not the judgments of the Conclave. I will return when the time is right. Здравствуйте, с вами снова Мистер Снэйк. Продолжаем проходить StarCraft. Ну, давайте немножко поговорим об иерархии процессов, как я вам это обещал, чтобы чуть-чуть разобраться и чтобы вам, возможно, понятнее было, в чем же там суть вообще. Но сначала, еще перед этим, я вам покажу один трюк, который, ну, по большей части у протосов именно работает, хотя вы можете его использовать также и у других рас, просто там нужно будет других юнитов ставить. Это вот постановка, например, двух зилотов на холд на рампе. И никакие собаки, никакие вообще юниты ближнего боя не пройдут, даже сами зилоты, потому что они будут встречаться с вашими зилотами. И если вы поставите не двух, а трех, например, зилотов на рампу, то там уже невозможно будет так в рядочек выстроить вражеских трех зилотов. И получится, что у защищающегося на рампе просто подавляющее преимущество. Вот, ну, никакие юниты ближнего боя, я, конечно, не имею в виду там более технологичных, скажем, слонов. Один слон-то, по-моему, трех зилотов может убить достаточно легко. Ну и также стреляющие юниты, естественно, могут согнать ваших зилотов с рампы. Ну, если вы их не уберете, то они просто их убьют. Но, как я вам уже раньше говорил, стреляющих юнитов нужно просто встречать также стреляющим, и опять же вы имеете на рампе преимущество. Вот, а зачем именно на холд ставить? Просто есть такая фишка, что юниты имеют обыкновение догонять отступающих вражеских солдат, и в итоге можно, например, напасть одной собачкой, побежать домой, зилоты начнут ее преследовать, и в это время забежать другими 12 собаками. Ну, а на холде зилоты будут стоять, как я вам уже говорил, на месте до упора, и такой трюк просто не получится. Ну а теперь, что касается иерархии протосов. В общем, протосы, согласно Кхали, делятся на три категории, или на три касты, скорее даже. Это судьи, которые, ну, в общем, стоят у власти, храмовники, которые, ну, видимо, бойцы, скорее, наверное. Так, и кхалаи, которые инженеры, рабочие и прочие, короче, ребята. Все остальные, можно так сказать. Так вот, судьи, они, самый старый из них, составляют конклав, который как раз и управляет протосами. Ну и вот, согласно Кхали, живут все протосы Аюра, но Аюра, точнее. Вот, но это не то, чтобы уж все протосы. На самом деле мы повстречаем других, вот, и уже мы слышали о том, что Алдарис говорил, что общаться с ними есть. Ну, они живут несколько по другим принципам, и о них мы подробненько потом узнаем. Еще есть у тосов ранг такой претор, например, вот Феникс является как раз им. Этот ранг является очень престижным, и только очень скилловые протосы могут его получить. Ну, Википедия StarCraft определяет этот
ранг, точнее, роль претора не совсем понятной, но, по всей видимости, это, в общем, главнокомандующий протосов, который просто ведет их в битве, и все решения, которые в битве, они принимаются именно им. А еще у протосов есть такой ранг, как Executor, ну, которого мы сейчас, в общем-то, играем в этом переводе, его перевели как палач, но чаще его называют вершителем. Вот, и я так и не понял, короче говоря, что он делает. Вообще, по идее, это самый главный у хай-темплеров. Вот, раньше был Тассадар, сейчас назначили нас, но почему именно мы играем за вершителя и управляем боем, а не за претора? Вот этот момент я упустил. Ну, как я уже раньше говорил, в этой иерархии протосов черт ногу сломит. В общем, если кто-то точно знает, у кого власти больше, у вершителя или у именно претора, коим является Феникс, то там напишите, в общем-то, в комментах. Я, честно, разобраться пытался, но вот этот момент мне не дался. Тем не менее, Феникс придумал стратегию, и мы сейчас играем именно по ней. То есть ждем его пришествия, когда он там через 15 минут притащит риверов и парочку драгунов, и тогда мы сможем напасть. Но я это сделаю раньше, потому что очень уж долго его ждать. Я и свою армию успею построить, которая не по шансам расправится с зергами. Хотя можно, конечно, и с риверами было напасть. Ну и раз я занялся отстройкой базы в этой миссии, то я вам расскажу об особенностях ее отстройки у протосов. Все можно строить только около пилона. Кроме Нексуса, газа и все. Да, вот. Ну и самих пилонов, конечно, которых можно строить тоже хоть где. Ну, естественно, если вам ландшафт позволяет, потому что есть в StarCraft такие места, где ландшафт не дает вам поставить пилоны. Ну и другие какие-то здания. Вот. Все остальные здания питаются именно от них и могут быть, соответственно, поставлены в их рейнже. Вот. Если пилон вам убьют, или вы его сами убьете, то если другой пилон не будет питать ваше здание, то они станут неактивными. И там будет написано Unpowered, в русских переводах я уже даже не помню, как это называется. Вот, ну, в общем, без энергии, лишенные энергии. Скорее, как-то так там перевели. И ваши здания станут сразу нерабочими, но это не значит, что они прям будут как будто бы уничтожены, потому что если технологическое здание дает вам возможность построить юнита, то эту возможность она и как Unpowered будет давать, но если там можно строить какие-то грейды или армию, то, естественно, этого будет делать нельзя. Включить это здание в сеть обратно, естественно, можно, только построив около него пилон. Во втором Старкрафте добавили специальный юнит призма, который может разворачивать это самое поле и на время включать ваши лишенные энергии здания. Но в первом Старкрафте такой фигни нету. Вот, еще пилоны являются типа саплаями, как у теранов, то есть их нужно строить в любом случае, иначе просто вы не сможете отстраивать дальше свой лимит. Вот, ну и пилоны являются, конечно, более такими нужными зданиями, в отличие от саплаев теранов, которые вообще просто так только место занимают. Вот, пилоны также можно выстраивать в стенку, чтобы там не приезжали юниты среднего и большого размера, но маленькие, по-моему, будут все равно проходить. По крайней мере, зилоты точно между пилонами могут проходить, а вот насчет мариносов и собак я не уверен. Ну, это на самом деле бывает важно, когда вы ставите какую-нибудь локацию где-нибудь далеко от ваших основных сил, и вам не нужно, чтобы туда проезжали какие-нибудь быстрые вультуры, вот, и убивали всех ваших рабочих. Ну, вообще, застройки довольно обширная тема, это имею в виду под застройками то, между какими зданиями вообще юниты не могут проходить. На самом деле, в Старкрафте там есть не очень большое количество комбинаций, между какими зданиями нельзя пройти. И у протосов я знаю точно между гейтвеем и форжой. Если их правильно поставить, никакой юнит вообще не проходит, даже дружественный. Вот, а насчет еще каких-то комбинаций я уже не помню, может быть, даже и не знал других никаких. Но в любом случае, эти застройки, они являются таким каким-то стратегическим элементом в самом начале, то есть защищает вас от раша какого-то, поэтому дальнейшее там уже
их постановка не особо много смысла имеет, потому что можно любую застройку достаточно быстро убить, если вы посылаете большую армию. Ну вот, от Вультур, а в принципе спасает практически любые два рядом поставленных здания, потому что Вультур является именно средним юнитом. У зергов, однако, с этим делом намного все сложнее, потому что ну, не получается так поставить два здания прям рядышком, чтобы вообще прям никто не проходил на каких-то таких узких местах, потому что то туда крип не дотягивается, то еще какая-нибудь фигня. Но, тем не менее, даже у зергов можно застраиваться таким образом, чтобы юнитам, по крайней мере, трудно было ходить свободно по базе, и пара санкинов там в дополнении гидры и собак смогла отпинаться от куда большего нападения. Вот, ну, более подробно, если вы хотите в этом разобраться, я думаю, вам не моих советов нужно слушать, а про геймеров, поэтому я на этом больше заострять внимание не буду. Здесь я что-то не успел прям до прихода Феникса все убить, потому что новая армия появляется, нужно было все уничтожать последовательно. Сначала все технологические здания, потом уже на санки лезть. И нужно было, наверное, все-таки побольше юнитов накопить перед самым первым нападением. Тогда все бы произошло бы гораздо быстрее, ну да ладно, и так я справлюсь. Там у меня с четырех бараков идет хороший такой дозаказ. Больше смысла строить даже нет, потому что даже из этих бараков... Ну, хотя, в принципе, хватает ресурсов заказываться, но они уже скоро кончатся. Их, на самом деле, там не очень много. Вот, ну, а вторую базу здесь бессмысленно занимать, потому что пока вы это сделаете, пока вы ее разовьете, там уже и Феникс приедет. Вот. Если она вообще, кстати, здесь есть, потому что я карту эту внимательно не изучал. Ну вот и Феникс. Резко у нас подскочил лимит до 79, больше я ничего не закажу, поэтому придется этими силами все убивать, благо там одна самка всего осталась. Ну, Процев, конечно, ждет сюрприз, то, что мозг убить нельзя, вы об этом прекрасно знаете. Поэтому Алдарис еще, наверное, выскажет пару ласковых Тассадаров в следующей миссии. Вот, ну а эта миссия подходит к концу. Ресурсы у нас все закончились как раз к этому моменту. Ну и на этом часть заканчивается. До новых встреч, удачи, надеюсь, еще увидимся.